Я думал, стану взрослым, все станет сразу же легко и главное очень просто. И мне не надо будет париться над всякой лажей. Проблемы отойдут на задний план. Я думал даже, что не бывает хуже фишки, чем ругает мама. И не дают тебе билет в кино, вот это драма. Но вот я сделал шаг, я вырос, опа, что же дальше? Я вижу очень много красоты и много фальши. Я не кидаю, но беру рукой с неба алмазы. Они мне светят, но я не понял это сразу. Вдали алмаз не будет рядом никогда. Только дотронулся рукой, а там уже вода. Вдали алмаз, в руке всего лишь это лед. Не греет, а только тает и не живет. Вдали алмаз не будет рядом никогда. Раскрыл ладонь, а там уже одна вода. Я мчусь вперед, сбивая по пути чужих прохожих. Мне кажется, вот-вот успею, и похоже. Топчу толпу, толкаю, делаю кому-то больно. Но вижу цели, кажется, достигну скоро точно. Ловлю в толпе лицо и на себе косые взгляды. Они мелькают, тают балки, но цветы и наряды. Пустые фразы, люди, куклы, глаза без взгляда. Я потерялся, стоп, мне это надо. Я видел смысл, вдали светило ярко пламя алмаза. И я пришел, и что же стало с нами? Вдали алмаз не будет рядом никогда. Только дотронулся рукой, а там уже вода. Вдали алмаз, в руке всего лишь это лед. Не греет, а только тает и не живет. Вдали алмаз, не будет рядом никогда. Раскрыл ладонь, а там уже одна вода. О, стой, третий куплет прошел. Я разошелся, кинул корни и в раж пошел. Я бью башкой стекло и кулаками режу стенки. Терять мне нечего, но я отвык. Плевать, дети, ветер в голове у тебя. 30 пополам, вот такая вот история. Думаю, скоро горизонт, сердце бьется. Алмаз пытается застыть, в руки не дается. Плевать на лед, стану айсбергом и Дед Морозом. Замерзну, чтобы не растаял он в руке. И слезы сойдут на нет, исчезнет пламя навсегда. Алмаз остался, а где же ты, моя вода? А чё? А третьего припева не будет? Ха-ха. На каждого человека давит атмосферный столб весом 214 кило. Вы не замечали? К тому же, мне кажется, он давит на меня сильнее, чем на других граждан. А может, нет никакого атмосферного столба? Все это мои фантазии. Вы поймите, мне 33 года. Возраст Иисуса Христа. Что я сделал до сих пор? Учения не создал, учеников разбазарил. И только вы. Вы нежная и удивительная. Вы лучше всех на свете.